И в завершении кадры из французской Тулузы, которые наглядно демонстрируют, что карантин и самоизоляция не повод забыть о спорте. Так, в разгар эпидемии опытный марафонец устроил забег прямо на своем 7-метровом балконе. Почти 7 часов и около 6000 таких вот микрокругов. И марафонская дистанция пройдена. Вот только интернет-сообщество озадачено. Неужели марафонец ничего не слышал про беговые дорожки?